Всем доброе утро или добрый день, я не знаю, когда вы меня смотрите, в какое время суток. Все зависит, опять же, от вас. Я отправляюсь в отпуск. Хочу доехать до Ростова, как вы уже знаете, и где-нибудь еще побывать, если это удастся. Ну, для этого нам что понадобится? Надо заправить полный бак. Как вы знаете, у меня машина на газу ездит, полный бак газа. И отправляться в путь дорогу. Конечно, немного не по себе, решил раз и поехать. Но ничего, надо что-то делать в первый раз. Если получится, я, конечно, хочу еще посадить себе попутчиков в машину. Они у нас стоят на Волгоградской. Если они там будут, то я их посажу. Если нет, то нет. Также я хотел с Блаблакара еще взять людей, но почему-то они со мной не поехали. Видно, не то время я выбрал, чтобы со мной ехали куда-то. Так что оставайтесь со мной, сейчас я заеду на заправочку, заправлюсь. Так, подъехал я на заправку, сейчас заправлю себе полный бак газа и поеду дальше. То есть... Заправили мне полный бак, получилось около 38 литров газа. Все, осталось только ехать, ехать и ехать. Но, к сожалению, почему-то никого не нашел, блин, кто со мной хочет поехать до Ростова. На остановке, где люди всегда стояли, тут у нас на Волгоградской, никого нету. Ну, ничего страшного, я поеду один сейчас до Ростова тут немножко ехать. 5-6 часов, и я уже буду там. Я тут ехал-ехал, кайфовал-кайфовал, дорога была охеренная. Но пришла пора, одна, блин, как ее назвать-то, дорогу, блин. Одна дорога, короче, блин, как ему? Одна полоса в одну сторону, бля, пиздец вообще, все, теперь встали, блин. Скорость 80 км в час, за этим ебучим грузовиком буду ехать. Но ничего страшного, через 500 километров, ну, 500-400, я приеду в Ростов. Наконец-то расширение пошло, пошел на обгон. Так что вот так вот. Дорога до Ростова, конечно, не очень хорошая, но ничего страшного, зайдет. Она еще и тем более платная, блин. Я уже потратил сколько, блин? 140 рублей, а проехал всего 120 километров. Посмотрим, сколько будет стоить вообще. 448 километров осталось до Ростова. Все, поехал я. Дальше буду любоваться видами. Тут очень красиво. Деревья, блин, просто шикарно. Они сейчас все в инее находятся. Блин, красота неописуемая, вы себе не поверите. Фух, классно, конечно, все. Дорога, дорога, дорога. Сейчас тут еду, блин, скорость вообще упала, блин, 50 километров в час за фуру еду. Ну, тоже ничего страшного, как вы это узнали уже. Ладно, все, продолжаю. Дорогу свою, конечно. Ну, что тут в дороге снимать, на самом деле? Ну, остановлюсь я в кафешку, скажу, конечно. Там поснимаю немного. Что еще тут можно такое интересное, блин? Деревня, дорога, трасса, тут ничего такого не происходит суперского. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело в виде мне, дело все в мне. Никого не трогаю, как бы. И знаете, что заметил? Тут снега нету вообще, прикиньте. Жесть какая-то. Сколько у нас снега выпало, тут вообще нету снега. Сейчас я поснимаю, покажу, что тут вообще происходит такое. Охренеть, вообще, осталось до Ростова 200 километров где-то ехать, чуть меньше. Я вообще офигею, вот это разница, блин, на самом деле, блин. Я уже проехал километров 400, получается, примерно, чуть плюс-минус, там, 30 километров. Так что вот так вот, едем дальше. Снега нету вообще. Вот тебе и Ростовская область. Ни хрена себе, я бы сказал. Обалдеть. Приехал я в большой город. Камень Шахтинск, так называемый. Город, ну, так
такой большой, наверное, все-таки, я не знаю, просто заехал, как бы еду тут, блин. Вот единственное, что я думаю, вот как люди Новый год справляли здесь? Тут снега нет вообще, ни грамма нет. А у нас что такое Новый год? Это снег, это праздник какой-никакой все-таки. Красота все-таки, когда лежит белый снежок. Но здесь такого нет. Хрен что разберешь, что там творится впереди. То ли есть там машина, то ли нет там машины. Что сделаешь? Юг страны, он что-то все гуще и гуще становится. Вообще, смотрите. Осталось немножко, 100 километров. Я тут уже начал подумывать, а не поехать ли мне сразу в Сочи. Ну, потом что-то я так решил, поразмышлял. Не, поеду я, пожалуй, все-таки в Ростов. Хочу в Ростове погулять, посмотреть. Там, говорят, красивая набережная и много чего интересного есть. Так что, вот так вот. В Ростове-на-Дону. И я наконец-то сюда приехал. Вот она. Сейчас пока переходил дорогу сюда, меня чуть машина не сбила, блин. Прикольно было, что приехал, блин, в Ростов, еще бы машина сбила. Ну все, давайте оставим экскурсию. Пойдем дальше, будем веселиться и радоваться чему-нибудь. Я приехал, а теперь и пора покушать. Покушать, конечно, я поеду сейчас в столовую. Вот я выбрал, сейчас посидел в интернете немножко столовую. Мне до нее 10 километров ехать, не так уж далеко, не так уж мало, конечно. Ну, не знаю, конечно. Хотелось бы еще достопримечательности сегодня увидеть. Время 1:40. Ну, темнеет во сколько? В 4 часа. Но я думаю, я сегодня все успею, завтра у меня еще тоже будет день. Ехал я тут на машине своей и увидел вот такой вот интересный самолет. Он сзади у меня стоит. Хотел, думал к нему подойти поближе, но, к сожалению, к нему не подойти никак. Тут надо объезжать, я не знаю сколько. Ну, просто я очень хочу есть, тут и парк есть, я не знаю, красивый, некрасивый. Вот сложно так говорить, когда вот не знаешь город на самом деле. Парк авиастроителей или что-то такое. Так что вот довольно-таки такое интересное место. Ну, я в него, к сожалению, не попаду. Я нахожусь возле столовой. Сейчас я перекусил. Ну а как же после дороги не перекусить? Зашел, время есть. Находится, я так понимаю, то ли в центре, то ли еще где-то. Улица Суворова. Какая-то обдираловка получилась, блин. Написано 150 рублей, а я отдал 300 рублей. Ну ничего, зато вкусно поел, перекусил. И сейчас я отправляюсь на набережную, потому что тут говорят, если ты был в Ростове и не был на набережной, ты зря приезжал сюда. Поэтому я сейчас еду именно туда. Город Ростов довольно-таки такой старый город. Тут такие старые дома везде стоят, на самом деле, что очень удивительно. Так что оставайтесь со мной, как говорится. Будем смотреть, интересоваться, что тут новенького. Если увидишь что-то интересненькое, я, конечно же, попробую это заснять, сфотографироваться рядом. Так что как-то вот так вот.